Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить второй Blasphemous, и я с такими мыслями, а куда же мне все-таки стоит идти? В сомнениях, в общем, я небольших. Но, наверное, все-таки надо бы добить босса, да? Ой, кстати, куда пропала эта метка? Ну ладно, в общем, неважно. Попробуем побить босса, да. Сейчас туда вернемся, посмотрим. Может быть, что-то толковое мы из этого сможем сделать. Конечно, у меня есть сомнения на этот счет, но тем не менее. А может быть и да. Может быть, что-то и получится. Здесь, скорее всего, выход будет с ее локации, я думаю. Вот этот вот. Так, получается, нам сейчас... Ну да. Вот так. Сохраняемся. Ну и, в принципе, здесь мы, получается, можем... Блин, не то оружие взяла. Здесь мы можем просто пройти, наверное. Просто упасть. Не знаю, чем ее эффективнее будет бить. Может быть, и этим, кстати, оружием. Приветики. К бою. Так. И все равно меня задевает, да? Ну ладно. Так. Да ладно, это совсем смерть? В общем, если я упаду, то от этого вообще пипец будет. Ясно, понятно. Грустно. Ну что поделаешь, да? Ой-ё! Она сразу меня скидывает. Она меня тупо скидывает. Ё-моё, как пробило. Больно. Ёй. Уа! Больно. Да сколько прыгать-то можно? Ладно, мы, надеюсь, это переживем. Их стало три! Где настоящая?
Вау! Господи. Пожалуйста. Пожалуйста. Получилось, окей. Ладно, я уже переживала, что не получится. Одна стигмата. Не, ну вообще драйвовенький такой прикольный бой. Не очень сложный, но тем не менее, когда уже отвыкаешь от того, к чему привык, блин, в начале игры, это все так подставой немножко пахнет. Знаете, я уже привыкла к такому тяжелому, более оружию, там поменьше прыгать, там, я не знаю, и так далее. Тут внезапно надо уворачиваться. Не, ну это прикольно, мне понравилось. Бой прикольный. Прям, да. Ну-ка. Ого. И она прям такая, знаете, будто у нее есть пряжа, что-то на голове. И вот она девушку эту держит. Но зри мое бдение перед последним путешествием. Я Ороспина, дочь ткацких станков. Одеяние из золота и тонкого серебра, алых и белоснежных. Старшая сестра в обители вышивальниц, хранящая древние секреты иглы и нити. Там, куда я иду, ничего не сияет золотом. И мой изящный клинок больше не украсит воздух своим серебристым росчерком. Кающийся, ты пришел узреть чудо. Смотри же. О. Но чудо, дарующее и отбирающее милость по своему непостижимому хотению, увидело, что воля его омрачена столь долгим отсутствием. Ошибившись в своем новом творении, оно одарило это дитя сколько свое, столь и чужое благословением уродства. И распространилось оно по нашим краям, словно зараза, а проклятые семена его прорастали, будто язвы на коже кающегося, лопнувшие от удара бича. Грустная здесь история. Теплый и манящий уют сумерек приглашает меня закрыть глаза. Позволь чуду открыть черные врата, и я отправлюсь туда, где ждет меня проклятый сон, от которого не проснуться. Фух, интересно, что же будет после этой третьей битвы? Куда тут еще дальше? Все, совсем опустится. Та-дам! Дворец вышивальниц. О, у нас мостики появились налево-направо. А, и слушайте, может быть, там потом 5 каких-то пташек надо прибить. Все свидетельство открылось, и искаженная фигура очевидца снизошла к тебе. Три великих каменных фигуры семьи смиренно стоят перед нами. Подними взор, ибо сияющая красота вершин города благословенного имени приветствует тебя. А теперь ступай, и пусть сомнения не оставят в твоей душе едкого следа. Еще что-нибудь скажешь? Не. Ничего не говорит. Ладно, давайте направо.
У нас здесь слезы искупления 800 штучек. Не то чтобы богато, но... хоть что-то. Пройдемся туда-сюда. Если там открылась какая-то новая локация, я, если честно, не думаю, что стоит прям в нее сейчас идти. На всяком случае, вот эта локация вроде у меня... Поправьте меня, но вроде я здесь все собрала, да? Вот. Здесь меня убивает. И здесь что-то тоже новенькое. А, вон, видите, типа наверх надо идти. Ну, в общем, я предлагаю на самом деле сделать небольшой забег по всем вот этим вот всяким местам. Вдруг. Мы там что-нибудь новенькое, интересное для себя найдем. Ну, потому что, блин, камон. Чего? Ну ладно, идем сюда. Посмотрим, что там, короче, в городе. В целом находится. Как оно все выглядит. Возможно, сразу ничего и не поменяется, скорее всего. Да. Но вдруг... сохранимся, похилимся. Ну да, видимо, вон туда. И вроде когда вот игра меня туда везет, но я туда не хочу идти прямо сейчас. Я не знаю, что будет дальше. Опять же, если что, напоминаю, ребят, я записываю хаотично, когда у меня есть время, и сейчас предыдущие, наверное, уже 5 выпусков уже не вышли. Еще не вышли на канале, да? Поэтому я тут пока бегаю самостоятельно абсолютно. Не знаю, что комментировали, советовали, если это было. Короче, предлагаю сюда. Мы сейчас пробежимся немножко, да? И если что... А я там, кстати, справа. А я и не была, что-то тут справа, прикол. Ладно. В общем, есть нам где еще побегать. Если что. Хотелось бы, на самом деле, сохранялочку какую-то... Ой, не сохранялочку, а прыжок вверх зарядить какой-нибудь приятный. Ой, что это? Ого! Рука чья-то. Когда тебя мучить жажда, я стану водой. Когда холод, буду огнем. Ох, освободи дорогу тому, кто меня пока не знает. Кто меня пока не облаблазал. А это не о нем история была? На нарциссе таком. Прихожанин, приходи за моим сладким благословением. Преклони колени и прикоснись губами к моей святой праведности. Блин, ну мне интересно, что будет, если преклонить. Во всяком случае, в этом варианте прохождения. Давайте. Герой, ощути, как моя милость наполняет тебя радостью. Лишь я твое убежище, лишь я твое утешение. Благословенны те, кто поклоняется мне, ибо их будет мое покровительство, покровительство самой святости. Хотите что-то отдать, жаркий поцелуй? Да, можно. Максимальный объем рвения увеличен. Ладно, окей, это такая своеобразная прокачка. Ощути, как рвение сочится через каждую трещину твоего доспеха и возликуй. Мой личный кающийся, я буду и дальше помогать тебе, если одаришь меня своими поцелуями. У меня вроде что-то еще к нему было, да? Да какой он, блин, у него такой голос паранский. Дверь заперта. Ну-ну. Ну-ну.
Окей, допустим, мы нашли кого-то. Кого-то странного. Ой. Похороны, что ли? Что это? Пусть войдет тот, кто жаждет одиночества. Ой. Ого, там тоже ткани разлетаются черные на фоне. Чудо! У тебя есть ключи, которые открываются двери, и руки, которые их закрывают. Прими своего слугу. Кающийся, ты пришел в поисках скорби, скрытой нашими черными вуалями. Найди моих дочерей и погаси свечи, которые их сопровождают. Лишь тогда ты сможешь проникнуть в их скорбь. Бдение пока не подготовлено, кающийся. Ага. Я так понимаю, про тех, да, девушек в черных платьях. Речь. Прикольно. Что-то в этой игре столько всего. Оно вроде все близко, да? Ну, интересно. Ой, а ты кто? Когда тьма опускается рядом со мной, пробуждаются фонари. Это Иксия защищает нас в тенистом углу с множеством старых розариев. О, она будет плести розарий. Меня зовут Саграрио. Вязать розарии — часть моего покаяния. И вряд ли я смогу послужить делу праведнее, чем твое, кающееся. Если отдашь мне узлы, я сделаю сильнее тайны твоего розария, и они наполнят тебя утешением. Есть ли у тебя узлы розария, кающиеся? Да. А теперь позволь моим пальцам связать новую тайну розария, новую тайну на твоем розарии. Угу. Отлично. Ой, затушили одну свечку. Твой розарий теперь хранит еще одну тайну. Блин, опять я кого-то уничтожаю. Ну, а теперь можем сюда вставить что-то еще. Я бы на самом деле увеличила количество очков слез искупления. Но было бы прикольно, чтобы... Он, кстати, может быть вот это надеть? Да. Было бы прикольно, чтобы... Вот это вот, например, бы оказалось защитой от падения, от ловушек падения. Вот полностью. Не слегка снижает урон, а прям совсем. Короче, попробуем. Еще есть узел. Давай. Было прикольно знать, кого я здесь убью или кого нет. Таким методом. Так. Окей, еще одно такое место получается. Ну, наверное, пока просто сопротивление магическому урону поставим. Чтобы было. У нее две свечки еще есть. Видимо, два могу еще найти. Узелка. Так. Как мне туда прыгать? Ладно.
как пойдет, короче. Так и будем делать. Ё-моё. Что-то болючие они очень. Так, погоди. Так в итоге наверх я могу или нет сейчас? Да, я сюда не могу. Это странно. Может быть, конечно, я уже давно могу этим всем заниматься, но я пока не понимаю. Видимо, надо прокачивать все дальше. Я, к слову, об этом могу же, да? Вдвое снижает время необходимое для зарядки вердикта. Давай. И здесь мы падаем вниз. Сейчас попробуем пробиться. Ой. Это было так себе. Здесь вон шипы всякие. Здесь не помню, что. А, ну да. Налево не проходили тут. Либо оно было закрыто. Там главное, на фоне этот колокол валяется. Помните? Воистину странная локация. Да пошел ты нахрен! Что происходит? Почему вот эти вот хрены меня пытаются убить? Не понимаю. На, все. Слабые как черти. О! Класс. Я вообще все, по-моему, пропустила, да, что можно? Когда в первый раз ходила. Так. Окей. Облегчим себе немножко работу. Вот так можно. Там, видите, это нужна будет какая-то штучка, чтобы туда попасть. Может быть, кстати, тут сейчас и получим. Отлично. Очень хреновый бобы. А чё он меня задел в этот раз? Он мне должен был. Ну ладно. Класс. Ой. Так. А, как его с ним... Как с ним бороться вообще? Блин. Ну, если так, так, может? А, нормально. О.
Вода. Лифт. Класс. Море чернил. Что-то должно тут произойти, да? Ну, короче, здесь пока дайс. Я туда даже падать не буду, прыгать. Понятно. Чё тебе надо? Классный вообще, да? Ладно, пошел ты в жопу. Все, не подходи ко мне, тварь. Так. Но, возможно, через него я должна была туда прыгнуть. Пока не могу. Класс. И куда меня это должно завести? Перезвон скрученного. Призывает призрачный колокольчик, наносящий магический урон своим звоном. Хорал неизвестному колоколу своим звоном, взывающему к древней иконе. Когда-то хорал пели в присутствии этого символа, но с тех пор прошло много лет, и он давно забыт. Магический урон. Давайте попробуем. Ну, мало ли чего. А вдруг это даст мне возможность разбивать вот те стенки, помните, магические, да? Да, блин. Но здесь я пока сделать ничего не могу. А. Еще здесь получается, да, сундучок надо поставить. Окей. Посмотрим, что снизу. А. Все закрыто. Красота. Стигмату получила. Еще одну стигмату. Давай. Давай прокачивать тебя. Так, нажмите РП в воздухе, чтобы взмахнуть вередикт и нанести быстрый удар. Давайте пробовать. Фигли. Чего бы и нет. А снизу? Ну, он как раз туда и надо. Посмотреть, может быть, мы сможем что-то себе добыть. Ты ко мне не подойдешь просто, ты меня напрягаешь. Вот. Все, молодец же. Получать разные итемы с них. Видите, стигматы можно получить. И всякое. За просто так. И хорошо. Вот этих я не люблю. Но они хорошо умирают от таких вот атак. Теперь я уже это знаю. Просто не давать им позволять к себе подойти. Причем они такие, знаете, были очень легенькие в начале-то. В первой части. Потом с ними что-то случилось не то.
Блин. Блин, надоели. Вот здесь колокольчик. Есть, по идее, я смогу. Заюзать его в свою пользу. Оп. Слезы искупления 800 штучек. Так, наверное, здесь надо убрать метку. Там еще внизу можно использовать его. Эти там открываются. Интересно, что там? Во. Так что смотрим. Отлично. Хорошо. А это куда? Не. Блин, я не знаю куда. Потому что как обычно, когда увидишь еще. Это непробиваемая фигня. Так. А, ну класс. Давай. Не разбивается, значит, это вот так вот делается. Давай. Я просто в атакующей позиции. Ага. Ну, допустим. А, и ты дашь мне таким образом похилиться. Окей. В общем, в очень много локаций мы, как оказывается, можем просто пройти, имея какие-то навыки, которых у нас не было. Ну, то, что не было оружия нужного там и так далее, да? А сейчас вот можем. Классно. Так. Вообще, я бы, конечно, эту фигню бы прибила там сверху. Отлично. Минус один хотя бы. Что тут? А? А, ну, допустим. Не знаю. Но... Допускаю мысль, что... Эй, не надо никаких меток. Допускаю мысль, что это справедливо. Окей. Сейчас мне бы еще сдохнуть от них. Хм.
Уа! Я чуть не ожидала, что у меня сейчас эта фигня заюзается. Ну ладно. Это было забавно. Как он меня бесит, вот этот мужик. Вы бы знали. Он один, а раздражает за троих. Так, здесь тоже надо что-нибудь все расставить. Серьезно? Эти ворота. Я понял. Короче. Сейчас сначала походим, попытаемся победить все вокруг. Давай, там еще и этот был. Нет. Блин, а как тебя снять-то? Ну ладно. Получилось вроде. Ух ты! Ой, был это зал вроде тоже. Здесь древо было? Да. И оно шепчет. Что здесь происходит-то? Что это за места? Короче, какая-то непонятная фигня происходит. Куда мы пришли? Почему тогда в таком случае город другой вроде? А может и не другой. А может быть мы сейчас пройдем вот сюда. Это тоже, хотя это вознесенные храмы. Короче, хрен его знает. Ребят, я предлагаю на этом пока что остановиться. Вот, и дальше пойду уже в следующий раз. И, видимо, опять без... Что? Окей, допустим. И, видимо, уже в следующий раз узнаем. Может быть, хоть что-то об этой локации. Ну, или что-нибудь еще. Потому что нам тут что-то наговаривают, но жаль без субтитров. Ладно, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Подряд записываю уже который выпуск, и так и не выкладывала ничего. Так что иду дальше проходить, пока есть время, пока настроение прям прет. Так что... Услышьте отголоски прошлого. Мне ачивку дали. Неисповедимый пути чуда. Моя, да, большая вина. Все. Всем пока. До встречи.